Агентство по финансовому мониторингу ведет постоянную борьбу с нарушениями в собственных рядах и пресекает любые противоправные действия. Департаментом собственной безопасности агентства выявлен факт получения взятки за фальсификацию доказательств двумя сотрудниками территориального департамента по Туркестанской области. Садыков и Шураев, пользуясь служебным положением, оказали содействие в сокрытии факта незаконной предпринимательской деятельности по продаже алкогольной продукции без разрешительных документов и с поддельными учетно-контрольными марками. Данные лица по преднамеренному сговору незаконно прекратили уголовное дело в отношении истинного виновного путем привлечения к административной ответственности невиновного свидетеля. За покровительские действия и фальсификацию данных уголовного дела Садыков и Шураев получили денежное вознаграждение в размере 500 000 тенге.